понятно, что я шляпу заберу. Согласны? Забрали. Ну, давайте поаплодируем еще раз. Здесь реквизит собирают. Да, вот, вот. Все собрали, правильно. Артисты должны собирать реквизиты, конечно, сами. Вот. И тебе подбор. Сегодня прошел первый день конкурса Fashion House International. Мы сегодня посмотрели участников из Казахстана, России и участников из Вьетнама. Участники все очень сильные, особенно что касалось вокального исполнения. Порадовали участники из Казахстана. Конечно, порадовали малыши. Художественная гимнастика номер был у девочки. Клоунесса была замечательная, 6 лет, которая просто умиляла, поразила своим артистизмом. Я надеюсь, что также достойно пройдет завтра второй день. Мы посмотрим на не только уже теперь на таланты, но и на моделей, на мисс, миссис. Думаю, что мы также проведем прекрасный день, как сегодня. Страна Вьетнам очень подготовлена, очень организована, очень хорошие люди. Так что первый конкурс дней прошел, я думаю, что благополучно. Шакирова Алуа, 6 лет, Казахстан. Ну как не прекрасные дети? Шакирова Алоа, 6 лет. Шакирова Алоа, 6 лет, Казахстан. Шакирова Алоа, Салтой, Казахстан. Шакирова Алоа. Thank you.
Шакирова Адва! Девочки, нам сейчас говорят, и сами о себе, да, и покинь!